Всем привет и хорошего настроения. Сегодня хочу попробовать радиоприем в городе Сочи на нашу любимую магнитолку Сонька, а Саньё, конечно же, Саньё, вот, которая принимает диапазоны коротких и средних волн. Мы находимся в городе Сочи, недалеко от Олимпийского парка. Море от нас находится вот в том направлении, примерно 300 метров. То есть окно наше перпендикулярно как бы направлению на море. И поэтому прямого выхода на морские, так сказать, просторы мы не имеем. Метров 300, говорю, до моря. А здесь мы во дворике такой малоэтажной застройки бывшей олимпийской деревни. Итак, начнем со средних волн. Да? Вот, включаем громкость. Включаем диапазон средних волн на нашей магнитолке. И пытаемся что-либо поймать. Какие-то песнопения. Положение магнитола особо картина не справляет. На частоте 1610 кГц. А вот тут уже получше. Довольно так громко и чисто на средних волнах на частоте 1200-1500, наверное. Какая-то не русская музыка. О. Чуть левее 1450, наверное, что-то, по-моему, Турция. О, это мусульманская. Призывы муэдзина, но очень тихо. Мелодично. Довольно мелодично. Так, еще что-то, наверное, на 1400. Тоже какой-то, по-моему, восточный язык. Как-то с эхом принимает. Четвертая или пятая уже станция тоже. Не знаю, на каком языке. Первые старые еврейские тоже поселения, одни из первых, которые возникли в начале 20-го века, 19-го, такие очень атмосферные города. 1350, там. Тоже надо прочувствовать. И такая интересная достопримечательность в окрестностях Хайфы, Тавха, да, или на иврите Эйншева, где церковь на жизни Санипу. Язык русский, он рассказывает про Хайфу, да? Что-то вроде позывных, то сейчас было чуть левее по шкале. О, прозвучало слово Иран. Радио Ирана, вероятно, еще левее по шкале. Погода хорошая сегодня, ну, относительно. Небо чистое, видите, средние волны здесь довольно сильно заселены. Thank you.
Классика какая-то. Наилучшее положение вот такое. Юго-западное. О, восточная мелодия. Красивые восточные мелодии. В районе 1250 килогерц. Тоже что-то мусульманское. انحصرت بين الالتزام باتفاقية السلام الزائفة وبين الانتهاكات اليومية المتتالية فتحولت تلك الجماعة أي جماعة الحوثي من الدفاع إلى هجوم استنزافي Pasiunea pentru hainele, muzica și vibe-ul anilor 80 continuă, iar The Weeknd este cel mai nou artist care aderă la trend. Muzicianul a lansat piesa Blinding Lights, pe care îi sintetizatoare ne duc cu 30 de ani în urmă. Это дудка. Какие красивые мелодии. 800 килогерц. Бисмиллахи рахмани. Слушайте, миллиметра свободного нет на шкале средних волн. Причем, говорю, прием такой не самый лучший. Если выйти на берег моря, наверное, будет вообще изумительно. Я как-то тихо стал приемник работать. Не знаю, вроде батарейки заряжены. Но я вам скажу честно, я поражен на самом деле. Вот такого плотного забития шкалы средневолновой я не встречал, в общем-то, нигде за время пользования этим аппаратом. И это при учете то, что у нас, значит, с северной стороны экранируют горы, да, Кавказский хребет. А вот, открыто только море, и поэтому весь восток, весь как бы юг мы принимаем очень уверенно на этот приемник. Я поражен, честно. Вот, количество станций. Ну, давайте средние волны полистаем. Не знаю, как у нас здесь будут дела обстоять. Так, средние волны, включаем диапазон средних волн первый. И погнали. Тут надо антенну, конечно, в окно высовывать. Мне его лень открывать, холодно будет. Пока глушняк. О. Что-то поймали. Давайте окно откроем. Сейчас. Ай, прохладно. Не май месяц.
что-то есть на... Вот тут пошло на 49 метрах. Нет, вполне зря. Об иностранных инвестициях значительно повысит открытость китайской экономики. Китай для России. Китай передает для России. Еще что там? Вот тут громко, гораздо громче. Диапазон волн в районе 41-49 метров довольно сильно тоже заселен. Там даже тонкой подстройкой можно перестроиться на две дистанции. И музыкальные программы, и речевые. Все языки мира. Так, ну и второй под диапазон. Это надо листать тот конец шкалы. Любители мы вряд ли тут изловим. Ну, в общем, что-то есть. Все, закрываю окно, а то стало прохладно. Вот. Резюмируя, скажу так, что в принципе можно поймать достаточно большое количество радиостанций и записать даже красивые восточные мелодии. Было бы желание, на вот этих вот, так сказать, средних и коротких волнах. Магнитолка орет довольно громко. То есть, видимо, недостаточно мощность приема. Настроение.